Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лайнерного спорта. Чтобы вы понимали, уже темно. То есть вот реальное состояние атмосферы. Свет в городе уже давным-давно погас. А мы рок-н-ролльно собираемся приземлиться, потому что уже ночь. Вот, и нам нужно зайти на посадочку. Уже давно полчаса после заката. В лопатях он уже горят огоньки. Вот. Камера на самом деле не передает, как темно, она почему-то все это засветляет. Время, сейчас скажу, 21 час 49 минут. Это самый длинный день в году, почти 21 июня сегодня. Ну что, поехали, передаю камеру моему копайлоту. Сейчас заснимем посадочку. Давным-давно погас, шиби-дуба. Рам-пам-пам-рам-пам. Идем по ветру. Скорость 150 держит высокую. В кафе уже народ сидит. Сейчас главное аккуратно со склоном, потому что его видно. Сильно уже хреново. Очень плохо чувствуется расстояние до склона. Я сейчас сконцентрирован на тем, что смотрю внимательно на склон. Буду сейчас отворачивать. Делать четвертый разворот. Пара-пара-пам-парам. Пара-пара-пам-пара-пара-пам-парам. Парам. Пара-пара-пам-парам. Все, приземлились. Хе-хей!